Полицейский из Ижевска сломал руку задержанному мужчине. Инцидент произошел в апреле 2016 года. Нарушителя избили в одном из опорных пунктов. Следователи возбудили уголовное дело. Молодой человек из Ижевска погиб в больнице после ДТП. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Авария произошла в ночь с 28 на 29 июня на улице 10 лет октября в Ижевске. Можгинца оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в пьяном виде. Нарушитель сам пришел к приставам и попросил арестовать машину. Причина – боязнь вновь сесть за руль нетрезвым. Количество миллиардеров в Удмуртии увеличилось до 3 человек. В прошлом году их было на одного меньше. Количество миллионеров в регионе, напротив, сократилось почти на треть. Ижевские гандболистки приняли участие в победном матче сборной на студенческом чемпионате мира. Помощником тренера национальной команды является Роберт Минабуддинов, который руководит Ижевским гандбольным клубом «Университет».